всіх вітаю. Зразу трошки вибачусь. Я з того регіону, де українською навіть у школах не викладали, тому це єдиний українськомовний слайд у моїй презентації. Далі буде, як буде. Сьогодні розповім про збільшення конверсії, послухав попередні доклади. Вже багато про що говорили, презентація така об'ємна, тому дещо буду перелистувати. О чем поговорим? Поговорим о том, кто лучше всех в мире умеет делать конверсию, как понять, что такое конверсия, какие виды ее стоит отличать, и что можно сделать в каждом конкретном магазине, если еще не сделал, для того, чтобы чуть-чуть ее улучшить. Итак, что же такое конверсия? Думаю, уже много раз сегодня говорили, все знают, что конверсия – это отношение продаж к посещениям. Ну, не обязательно продаж того, что вам надо, к тому, сколько человек пришло. То есть 100 посещений, 5 заказов, имеем конверсию. И ходит такой миф, что чем лучше, чем выше конверсия, тем лучше. Ну, правда или миф, это то, о чем мы говорим. Вообще-то это миф. Сегодня уже говорили, почему это миф. Быстро пробежимся, что если высокая конверсия, это не значит, что у вас все хорошо. Конверсия бывает разная. Вот на 100 посещений 5 заказов, это 5% конверсии, на 5000 посещений 200 это 4, а на 1000 посещений 100 это 10. Казалось бы, конверсия самая лучшая в третьем случае, но денег больше всего заработал тот, кто продал 200 штук на 5000 посещений. И казалось бы, да, если пришло 10 тысяч по 10% конверсии, было бы круто. Но проблема в том, что они к нему не пришли. К нему на сайт пришло 1000 человек, то есть конверсия у него выше, а дела у него идут хуже. Из этого можно сделать вывод, что высокая конверсия – это далеко не гарантия высокой эффективности работы вашего магазина или чего угодно. Конверсия зависит от времени пребывания посетителя на сайте, его пути по сайту. Тоже сегодня уже говорили, как вы думаете, правда это или миф? Пополам. Разные посетители по-разному ходят. Есть посетители, которые проводят на сайте много времени, есть которые проводят на сайте мало времени. Вот эти примерно стрелочки, попытался сказать, мало времени проводят на сайте, ну вроде как плохо, значит пришел, ушел, ничего не купил. Но с другой стороны, если он мало времени проходит на сайте, может он сразу попал в то, что искал. Пришел по контекстной рекламе, купил за 2 минуты и ушел. Тогда бы это могло быть хорошо. Если у нас время растет, с одной стороны хорошо, значит зачитался, задумался, сайт ему понравился. А с другой стороны, может он тормозит и не знает, где у вас кнопка купить. Поэтому он долго сидит, а потом закрылся и ушел. Поэтому все вот эти любимые многими коэффициенты отказов и всего остального, их надо очень аккуратно считать. Не факт, что это все хорошо. Инфоконтент. Тоже все говорят, обзоры рулят, все рулит. Снижает конверсию. Как вы думаете, обзоры, статьи снижают конверсию? Однозначно. Чем больше у вас контента, тем ниже у вас конверсия. Но это не значит, что это плохо. Когда у вас нет контента, у вас кнопка это фотография, там на сайте больше нефиг делать. Пришел, нажал, купил, конверсия высокая. Как только появились обзоры, блог, статьи, конверсия падает, но посещения растут. Потому что люди ходят к вам почитать, как показывали сегодня, он может полгода ходить, выбирать, клацать. Пока купит, а конверсия у вас будет снижаться. Но вам все равно классно, вы получаете клиента отложенного. И ваша задача, в первую очередь, бороться за тематический трафик, писать эти обзоры и все остальное. Если вы не очень брендовый и классный магазин, которому достаточно показать фотографию и сделать первую продажу. Теоретическая часть на этом почти закончилась, вот, как я уже подытожил. Высокая конверсия не значит высокая эффективность. Не все посетители – покупатели. Разные клиенты, разные конверсии, анализируйте каналы. Так как она зависит от канала, конверсия зависит от типа посетителей, и конверсия – это не только заказы. Теперь любимая всеми вторая часть. Покрытие конверсии. Вот эти 5 сайтов, ну один уже упоминали, остальные, может кто-то знает, кто-то не знает, думаю, не все знают. Это пятерка мировых вообще лидеров конверсионности. Amazon, ProFlower, Sandwich, Витакост и женский еще должен быть, да. Вот и как вы думаете, какая у них конверсия? Нам тут показывали сегодня 3% конверсия хорошая, 4, 10, вообще она считается заоблачная. 30%. У Амазона 9,6. Ну, в лидеры он вышел не потому, что у него конверсия 9,6, а потому, что у него посетителей по США
Amazon сегодня составляет половину дневной посетителей Google. И на вот эту толпу конверсия 9% – это фантастика. У этих 14, 16, 24, 46. Я думаю, если у кого-то сайт с посещаемостью как к сэндвиче в Нью-Йорке до 30 тысяч хостов в день с конверсией 40%, ну это вообще, такое даже фантасты не пишут. Это покорители конверсий были в ноябре замеренные. Тут я их чуть больше выбрал по открытым источникам. Да. Это март, это ноябрь. Можете посмотреть, она изменилась, но это легче на презентации будет посмотреть. Надо понимать, это слайд о том, что конверсия тоже зависит от времени, от всего, но в то же время она там у сэндвичей 40,6 в марте упала до 41,7, да? Возросла у них наоборот в ноябре. У кого-то упала. О чем это все? О том, что покорители конверсии на Западе это все зло и нам не подходит. Хотя мы идем в Европу. Почему это зло? Это небольшая выборка из этих сайтов, все можете зайти посмотреть. 4 из 10 не продают незарегистрированным пользователям. Ну, в нашей практике это, наверное, нонсенс. Заставить человека регистрироваться или ему не продать. Любой агентство расскажет, отмените регистрацию. Да, 9 из 10 не предлагают бесплатную доставку. Хотя по всем этим мероприятиям, по-моему, это то, что уже пятый год у нас все рекомендуют, а как вы видите, конверсия может зашкаливать, а бесплатно можно не доставлять. 9 из 10 афишируют лишь один общий номер, активно, ну, ремаркетинг уже не сильно, уже все его. И вот главное, 9 из 10 это рассылают печатный каталог, то, что наши покорители конверсии никто не делает. Во многом это, кстати, объясняется, откуда такие большие числа у этих магазинов, потому что люди в интернет сделают последний заказ. Их очень сложно отследить, но они все приходят из печатных каталогов. Теперь по вашим сайтам. Что же лучше сделать в каталоге для того, чтобы повысить конверсию? Банальщина, казалось бы, да? Добавить прямые переходы на обзоры новинок, статьи. Это то, что у всех есть, у кого есть магазины, только многие почему-то любят выложить статьи, не связать их с категориями. Но это просто, особо на этом останавливаться не хочется, это сделайте. Статья должна быть в том разделе, где они будут читать, точнее у того товара. Статьи обязательно в категорию, новинки обязательно в категорию. Руководство пользователей, ну это вообще такая элементарщина, казалось бы, да, но все забывают ее делать. Вот там чек-листы чуть раньше говорили, по SEO, туда можно руководство вставить. Колоссальное количество трафика приходит по инструкциям той техники или тех прибамбасов, которые вы продали. Их почти нельзя найти. Мастера гуру посложнее внедрить, но они очень классно работают, хотя это дорогой инструмент. Консультант. Я не сильно сторонник консультантов, хотя они, конечно, рулят в последнее время. Что помнить в каталоге? Исключительно на практике. Сразу скажу, тут проценты будут не сильно зашкаливающие. Коллеги выступают. Вот наше суперагентство умудрилось повысить конверсию там или выручку до клиента на 300%, на 500%. Как-то нам такое не удавалось. Наверное, потому что мы не работаем с клиентами, у которого был один человек, пришло 5, и 500% выросло. А на больших магазинах чуть хуже цифры, но они наглядны. Вот если ваш магазин все еще не адаптивен, все еще не подстраивается под разные грани, ни в коем случае не стоит мельчить. Три товара в ряд на стандартный магазин с двумя колонками, тем более с тремя, это абсолютный максимум, который позволяет наиболее эффективно продавать. Для примера этот же магазин. Внизу у них было 4 товара в ряд, вверху стало 3 товара. Через полгода можно заметить, конверсия возросла буквально на следующий день, это точные показатели. Убрать один товар в ряду дает 2,5% выигрыша в конверсии. Ну, в ювелирке так точно дает. Казалось бы, мелочь, но стоит знать. Да. Не для гениев, не грузин. Опять же, все говорят, пишите, объясняйте, делайте классно, так оно и есть, только пишите это там, где это надо. Если вы в каталоге, три характеристики для абсолютно любого товара, это абсолютный такой потолок для того, чтобы человек захотел и купил. Артикула цвета и габаритов достаточно, ну, для 90% товаров, продаваемых в интернете, точно. И то, если это не мебель, даже габариты зачастую не нужны. Даже двух вещей вам хватит. Артикул, цвет, ну, цену я сюда не включал, естественно, цена нужна.
меньше информации, соответственно, больше скорость выбора, конверсия возрастает на 1.5%. Почему? Потому что чем меньше товара на страничке категории, тем легче выбрать, человека не запутают. Пойдешь куда-нибудь на магазин техники, и там все так классно написано. Этот суперплоский телевизор, а этот суперплоский с технологией какой-нибудь 3D-поляризации. Человек уходит читать, долго муторно ищет, в итоге не покупает у вас ничего. Не заставляйте человека думать, старая пословица. Важна не категория, а товар. Тоже такая элементарщина, которую многие не то что забывают, ее на самом деле проблематично внедрить. В зависимости от того, на чем у вас работает магазин, это такая мелочная правка, которая стыкается с большим количеством проблем. Как мы делали? Вот это технически это, конечно, товары, практически это картинки категории. То есть, когда человек находится в большом родительском каталоге, под категории выводятся не картинкой, а выводятся каким-нибудь товаром из этой категории. На навигацию по сайту это никак не влияет, но вот эти товары продаются сразу намного лучше. Поэтому, если у вас есть возможность подменить картинку категории картинкам самого популярного товара с этой категории, мочите, оцените. Что сделать в карточке товара? Банальщина. Добавить информацию о товаре, о сервисе, о логистике, о покупателях, актуальности, о чем-нибудь еще, в зависимости от того, что вы торгуете. Чем бы вы ни торговали, я еще раз повторюсь, если вы не монобрендовый, суперпопулярный магазин, у вас всегда есть что добавить, чего забыли добавить конкуренты. Главное поискать. Привлекательность. Да, хорошие фото. Но написать надо было, но это уже дикость в наше время писать, что фотки должны быть четкими и читательными. Ну, 360 градусов, если есть возможность, видео добавить. Эти два пункта, к нам клиенты приходят, практически каждый хочет, чтобы у него была кнопка 360, было видео. Мы их делаем, и их успешно никто не заполняет, потому что на самом деле довольно дорого сделать 360 для каждого товара на сайте, или тем более снять видео. Ну, расшариватели тоже это такая банальщина. Апселить. Сегодня, кстати, почему-то не слышал про апсел, это может уже отошло. Многие все равно забывают, что продавать надо все и везде. На самом деле и сейчас даже в наших топовых магазинах не всегда обселят наглядно. Да, товар показать и снизу с ним покупают, многие догадываются, но вот этот пример на кофемашинах сработал намного лучше. Вот когда это кофе сбоку, сразу возле машины, его чаще заказывают, чем когда оно снизу, их 5 штук. При том, что оно одно, для того, чтобы не терялся. Всегда и везде растите средний чек. Это просто переключил. Тоже раньше задавали вопросы по презентации. Мы торгуем товаром, которому нельзя апселить. Но за последний год мне никто не выдумал такой категории товаров, на которые нельзя проапселить. Всегда проапселить можно. Люди любят доверять. Как это ни парадоксально, сам дурю людей на этом, на клиентских сайтах, ну, дурю в кавычках, но сам на это ловлюсь. Если что-нибудь есть, добавьте. Я думаю, эти медальки все видели на куче сайтов. 90% из вас не знают, что они значат. Но так доверяет. Доверие возрастает. Прям вот повесил нортоновскую картинку, и мне не страшно карточкой рассчитаться, потому что ее знаю. Не повесили, мне страшно. А работает она или нет, вообще большинство не знает. У нас, кстати, начали магазины появляться. Может, благодаря таким, как я. Провели такую конференцию, приходит клиент, говорит, картинки повесил, повлияло, но не так хорошо, как я хотел. Так он прям с презентацией картинок навырезал, навставлял, они даже не относятся к сервисам. Но чуть-чуть работает. Поэтому люди любят доверять. Ну, не надо их совсем обманывать, потому что если вас клиент поймает на обмане, это будет потом очень сложно. Доказать ему, что вы просто не успели код подключить, отставили картинку. Это наши дорогие СММ-агентства любят понавешивать партнер Яндекса, Гугла, всего на свете. И забыть добавиться в каталог Яндекса и Гугла. Покажите счастливчиков. Вот это такой эпический пример. Это мой любимый магазин, так сказать. Я лично покупал вот эту неимоверную штуку. Кирку такую своему племяннику. Они меня поразили, внедрили нескольким клиентам. Но это супер в обзоры, да? Покажите счастливчиков. У них вот под товаром не дополнительные картинки, а тот, кто эту фигню купил и как он ее использует. Да, они выуживают эти отзывы у клиентов разными хитростями, в основном письмами,
звонки они не делают, поделись, чтобы поставодцы получили скидку на следующий товар, но видите, как классно, у них там этих чуваков в масках и с этими кирками там десятки. Я вот просмотрел много магазинов, купил лично именно на этом, потому что реально впечатляет. Такие счастливые люди с какой-то фигней, которая 40 баксов стоит. Я бы ее никогда не купил, когда племянник сказал, что хочу, я решил, что он двинулся. Но когда я посмотрел вот этих счастливых ребят, я подарил. Он точно так бегал, даже его фотка где-то есть, чтобы шапку получить потом. Расскажите в корзинке, кто не успел. Расскажите, как я получу, да, товар, оплачу. Тоже банальщина, но почему-то... Когда клиенты приходят и говорят, сделайте мне магазин как розетку. Сделайте как розетку легко. Ну, быть розеткой немного сложнее, но вот эта вещь, которую розетки все могут повторить легко, да? Добавьте себе этот покупалинг, как я его назвал, и конверсия растет. Ну, реально, сам покупаю в магазинах, и кнопку «Доставка, оплата» внизу и вверху искать, конечно, не влом, если ты решил купить. Но иногда ты все-таки это прям в карточке видишь, но прям как-то намного легче купить. Особенно, как у нас любят, мы сегодня листали в кулуарах, там, на Озоне. Выбери пункт доставки, и там у меня iPad завис, а страничка еще и не догрузилась с этими пунктами. Но я знаю, что мне за 30 гривен эту машинку не доставят, доставят за 55, но хотя бы сориентировали. Слева это пример, который делали на Эльдорадо, на российском. Как бы информативно и то работает, и то, вот эта штучка, это как раз референс к предыдущим медалькам, которые были. Вот этот банальный значок виза, хотя виза и в основном и не заплатят, но добавляет такого траста вашему магазину, как бы, о, он визу принимает. Куплю я у него за наличку. Ублажайте нетерпеливых. Классная штука. Это вот для Моторолы делали, одностраничник. Казалось бы, Моторола не хотела связываться с доставкой своих товаров, у них куча дилеров, реселлеров, кто это занимается, но надо, да? И вот они сделали такую штуку. Доставляем за 5 дней новой почтой бесплатно к товару, который есть на сайте. Хочешь сегодня, доставим, но заплатишь на 100 гривен больше. Это возврат к первым слайдам про бесплатную доставку. Казалось бы, конечно, 100 гривен за доставку охренели, блин. Не заплачу, но если дают выбор сегодня или завтра, сейчас это Комфи, интернет-магазин хорошо эту штуку делает, если кто-то заходил, обращал внимание, у них цены в интернет-магазины на полках как бы разные. И единственное, чем они это добиваются, в магазине ты можешь прийти и купить сегодня, но заплатишь процентов на 5 больше. А хочешь подождать, подожди 3 дня, доставим с интернет-магазина, но чуть дешевле. Работает, в основном радует службу доставки, потому что делают ту же работу, но бонусы налицо. Играйте на основных чувствах, как бы все мы одинаково чувствуем, да, время покупать подарки. Все много знают, что подарки покупать надо, но такая тоже банальщина хорошо работает. Что-то человеку, когда в интернете показывают, что вот просто Новый год елка, не пашет, напиши время сегодня это купить к Новому году, сразу там... процент получше. Вот это вообще любимая штука, каждый может внедрить даже без программистов. Вот там осталось две штучки. Вообще, у кого есть магазин, ради интереса зайдите там на самые свои продаваемые товары и руками в описании внесите, осталась одна штука. Блин, продажи растут вообще на следующий день моментально. Вот это вот оторвать эту фиговину какого-то клиента, лишь бы она только не досталась, работает очень классно. Особенно если там разбавить, ну, на все страницы вставите, наверное, доверие снизит. А если вы там где-то осталось две штуки, а еще лучше напечатаете, напишите через программиста какую-нибудь куку вставить, вот у нас уже заказали последнюю, если вы не оформите в ближайших 3 минуты, она уйдет к дяде Васе, еще круче будет, но реализовать сложнее. Жадность побуждает к действию. Что сделать в корзине? Показать фото товара. Смешно, да? Ну, в общем, я думаю, сейчас уже все должны показывать фото товаров в корзине. Хотя вот Фомин рассказывал, если вы, наверное, стеллажами торгуете, то, наверное, проблематично стеллаж в корзине показать красиво. Но лучше показать. Удалить все отвлекающие элементы. Спорные элементы, сразу хочу сказать, у кого и кого работает, у кого и кого не работает. Вот страничка корзины, если ваша CMS-ка или сайт только проектируется,
Если проектируете, заложите этот инструмент, чтобы шаблон корзины или оформление можно было менять. Если уже позволяет, просто там тестирование, если сплит устроите, отключите в корзине все, меню, баннеры, ссылки, вообще все взять и отключить. И люди чаще доходят до конца, чем на корзине. У нас, конечно, любят, даже розетка в корзину втулить баннер, ноутбук выбирал, я себе захожу в корзину, они мне бабах, только сегодня второй, но дешевле. Страшная штука. Сохранять содержимое корзины тоже все зависит от вашей CMS, более-менее все современное это делает. Лучше сохранять и давать возможность изменить заказ. Такая вещь. Почему-то для меня, как разработчика, загадка, почему на большинстве сайтов феноменально сложно после формирования зайти и изменить свой заказ, когда он еще не подтвержден, когда он еще там формируется. Но у многих с этим проблема, если это такая поштучная товарка, вот как мы со всяким хендмейдом работаем, заказал человек себе 10 килограмм бисера и просчитался на полкило, заменить эту вещь, это надо чуть ли не дождаться, а потом вернуть эти полкило. Объясняйте в корзине логику, напоминайте о привилегиях, опять же, апсельте. У нас есть конкурент сегодня, вроде есть этот товарищ в зале, компания Апсель, вот они никак к апсельт не относятся, там мне задавали вопрос. Радовать советами менеджеров в корзине. Это тот же самый Эльдорадо. У кого есть возможность или сейчас проектируете, можно сфотографировать. Большинство магазинов не потянет себе такую корзину, но она реально классно работает, и реально каждый из этих блоков там кровью выстрадан, но он хорошо поднимает средний чек там, и среднюю конверсию. Здесь есть практически вообще все, что можно себе представить и что надо показать в корзине. Отображать иконки оплаты. Да, было про визу, еще раз повторимся, в корзине уж точно надо отображать, если вы в обмане принимаете какой-нибудь. Подсказки, примеры однозначно. Время обработки заказа, мое мнение, надо указать однозначно и вообще обязательно. Время обработки, что если вы получаете почту с вашего магазина, там заказываете в Китае, да, что-то вам 30 дней ждать. Фиг с ним, что ждать, но если вы разбираете почту раз в 3 дня, то вы напишите, что в течение 36 часов мы с вами свяжемся. А то как-то я привык купил, и вот эти лидеры рынка разбарывали, ты еще, блин, страницу не закрыл, тебе уже смс-ка пришла, и уже девочка перезвонила, и уже подтвердила. А тут ты оформил, а тебе через 4 дня. Ну, товар поступил. Напишите. На самом деле не так отпухивает то, что ждать 2 месяца, как то, что об этом не написали. Выделяйте ошибки. Используйте наглядные инструкции. Ну, наглядная инструкция в корзине, вот это пошаговое мело, что сейчас в адрес заполните, дальше машинку сделаете. Люди умные, но тоже это забывают. Радуйте пунктуальных, это вообще такой идеолог этого пункта, кто первый из интернет-магазинов внедрит. Вот, пожалуй, внедрили на данный момент только доставщики еды и цветов. Хотя там это само собой, но в технике и во всем остальном неплохо бы тоже это было внедрять. Ну, сам сколько не заказывал, заказываешь ты себе холодильник, мало того, что они тебе их на выходных не привезут, так они тебе еще магазин Сокол, да, звоню, мне заявляют, доставка будет завтра с 9.00 до 22.00, и хоть ты тресни. Ну хорошо, я могу дома посидеть там, я собственник, могу прогулять работу ради холодильника, но многие не готовы взять отгул для того, чтобы дождаться то, за что вы еще и купили, поэтому даже если вы не будете выполнять эти рамки, но можете встроить эту штуку, перезвоните и извинитесь. Вот вы заполнили, мы привезем 2, но мы не привезем, у нас кончились курьеры. Сокращение выбора приводит к росту конверсии. Это уже загадка, да? Как вы считаете, чем меньше выбор, тем конверсия больше или меньше? Больше. Легче выбирать. Да. Мы тут про оплаты, да? Вот были на сайте эксперимент проводили. Два вида оплат, карта и наличка. Есть рост конверсии. Три вида оплат добавили в WebMoney, Яндекс, Ля-Ля, Тополя, конверсия снизилась. Почему? Вроде как стало удобней. На практике, ну сейчас мы уже знаем почему. В прошлый раз, когда я с частью этого доклада выступал, я еще только об этом догадывался. Как только у вас появились больше видов оплаты, человек сразу думает, так, пойду я сейчас в терминал, пополню себе WebMoney, и куплю за WebMoney, потому что морально легче купить не за реальный кэш, хотя этот реальный кэш в автомат загрузил. Поэтому в магазинах с этим надо очень аккуратно. Если вы продаете
чехольчики, песни, что-то такое очень мелкое, да, тут вам вебмани не помогут. Если вы продаете там что-нибудь крупное, ну, тестируйте, у вас может быть очень неприятные сюрпризы. Расширение выбора приводит к росту конверсий. Тоже, естественно, уже все догадались, что все наоборот, да? Два вида доставки курьеры почта снижают конверсию, три вида доставки конверсию повышают. Ну, здесь логичнее, но на самом деле так оно и есть. Чем ближе к вам пункт выдачи, тем больше шансов, что вы купите в этом магазине. Поэтому вот тут, если оплат надо снизить, то доставку надо расширить. И как видим, универсального рецепта нет, в каждой нише свой подход. Это все, о чем я по большому счету пытался, да и сегодня и рассказать. Это два слайда украинскую. Выбрался. Еще есть питанечко, кто відповісти. Я так нагнал время. Час я. Всім не цікаво. Є питання. Ви багато робили АБ-тестів, щоб, ну, те, що кажете, взлетіло, не взлетіло, ну, таке. Як ви перевіряєте свої гіпотези? Кожен тест, я б сказав, може не багато, але добре. Добре. Да. То есть это где-то что-то делалось АБ-тестированием, что-то уже в офлайн запущено, там в онлайн запущено, уже видно, что оно начало работать там. Как бы самое стандартное АБ-тестирование, которое Google предлагает и все остальные, вот в вариантах с оплатой, а не со всем остальным, но весьма проблематично сделать. Взять и одному клиенту показывать вид доставки, а второму не показывать, когда это идет. Не просто страничка, ты блок передвинул, а все основное функционал соединился, а когда это с функциями завязано, тестировать сложнее. Поэтому тут обычно когда тестируют, оно там уже поставили, убили на 3 и сравнивают. Еще интересный вопрос, который мы рассказывали, ну, там, например, в Чуваке подается апсейл, зерна доходят. Насколько много зависит от правильных подобранного товара, ну, подобранного апсейлем, и насколько много зависит от дизайна, то есть как это подано? Ну я как исторический дизайнер скажу, что от дизайна очень много зависит. А от товара не столько зависит, как его покупают, сколько зависит то, какой товар вы выставите. Выставлять туда дешевое кофе я бы не советовал. В данном примере с Эльдорадо, после того, как начали экспериментировать с Якобсом, сегодня Якобс Эльдорадо доплачивает за то, что рядом с кофеварками их кофе висит. Потому что оно очень хорошо начало продаваться, и люди уже один раз купили, попил, если оно неплохое, он уже автоматически приходит и в других магазинах это же кофе заказывает. Тут можно на несколько этапов играть в разные стороны. Ну, четких нет, на самом деле, поскольку во всех магазинах, с которыми связано, вот, все, что обселится, оно обычно там идет мимо статистики, к такой достошке. Нас обычно не привлекают прям продажи. Просто мы видим, что проценты по отчетам, они растут. Как-то вдумываться именно в сегмент того, что продавать, мы пока не пытались, но вот по детским... Сегодня не выступает Пампика доклад, у них классные доклады, они по детским товарам очень четко вот это разделяют. Там очень четко видно, к какому бренду что предложить для того, чтобы лучше покупалось. То есть в каждой нише опять же свое, где-то надо думать, где-то не надо думать. Но те люди, которые этим занимаются, они исходят из какого-то экспертного мнения, то есть люди этим занимаются, это не автоматизированный процесс. Ну да. Спасибо. Еще запитание? Якщо більше запитань немає, то дякуємо. Дякую.